Саксофонист Алексей Козлов. Народный артист России. Из автобиографической книги «Козел на саксе». В обывательской среде джаз всегда ассоциировался исключительно с ресторанным пафосом, пьяными танцами, жаротвой, угаром, загулом. Нашему поколению послевоенных джазменов предстояло переломить эту тенденцию и доказать, что джаз – это искусство, и искусство серьезное, содержательное, что его место на концертной сцене, а не в кабаке. Я всегда терял чувство юмора, наблюдая попытки советских людей обязательно танцевать под джаз или любую другую музыку, если она звучит в кафе, где есть столики. Как только мы начинали первое отделение, обычно наиболее сложными пьесами, явно концертного характера, из-за столика поднималась какая-нибудь пара и начинала топтаться перед нами. Совершенно вяло, совершенно не впопад. Через некоторое время к ней присоединялись другие, и возникала в каком-то смысле совершенно сюрреалистическая картина. На сцене происходит нечто совершенно новое, для тех времен авангардистское, а рядом бессмысленное топтание на месте в традициях обычного советского ресторана. Играть в такой ситуации было неприятно. И я думаю, что определенной части публики, пришедшей послушать современный джаз, все это тоже не нравилось. К счастью, у меня тогда была возможность как-то контролировать ситуацию, используя для этого простое средство, очень распространенное в те времена, комсомольских дружинников. Если во время исполнения нами концертных пьес кто-то выходил танцевать, и не дай бог подходил к оркестру и заказывал сыграть что-то, типа мурки, и бывало такое, то дружинники подходили и тихо объясняли, что надо сесть на место и слушать, сидеть и слушать, а иначе могут попросить покинуть кафе. Thank you.
Антон Чигуров.